Юбилейный день физкультурника в Омске отметили 7 августа. Встреча тех, для кого спорт стал смыслом жизни, началась еще перед входом в концертный зал. Позвякивая золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, именитые стрелки, биатлонисты, гиревики и многие другие оставили свои автографы для Музея истории омского спорта. На празднование 80-го дня физкультурника в региональный центр приехали спортсмены, тренеры, ветераны, руководители спортшкол и профессиональных учреждений со всей области. Это очень такой знаменитый, так сказать, праздник в нашей стране, потому что все знают про День физкультурника. И это очень хорошо, что про него все помнят, знают, и что 80 лет уже – это большой срок. Не так-то часто мы собираемся. И людям встретиться, пообщаться, поделиться опытом каким-то, увидеть, в конце концов, друг друга. Это, ну, на мой взгляд, это очень важно именно вот с человеческой точки зрения. И вообще обратить внимание. Ведь мы же стараемся как можно больше привлекать людей к спорту. В спорте уже, ну, могу сказать, более 20 лет в профессиональном спорте. И больше половины своей жизни задействованы на спортивных аренах. Многие друзья тоже спортсмены, кто-то работает специалистом в области спорта, кто-то сам спортсмен, кто-то тренер, но тем не менее вся жизнь крутится вокруг спорта. И видеть здесь очень много приятных лиц, которые с тобой когда-то общались, и сейчас общаешься. Со многими давно не виделись, и сейчас, благодаря как бы вот такому приглашению, очень приятно, хочу сказать, и пожелать всем большого здоровья и энергии, неиссякаемой в канун такого праздника, большого для нас, для работников сферы физической культуры и спорта. В праздничном концерте приняли участие лучшие спортсмены Омской области, прославляющие наш регион на всероссийских и международных соревнованиях. Прекрасные представительницы художественной гимнастики, сильные и мужественные акробаты, аэробисты, черлидеры и многие другие. Поздравила физкультурное сообщество заместитель губернатора Омской области Татьяна Дернова. Какая другая отрасль нашей экономики прославляет Омский регион, но вот так же, как спорт? Мне, к сожалению, не в обиду всем остальным отраслям, ничего на ум, кроме спорта, не пришло. Согласитесь, что победы спортсменов омских и их достижения видит весь мир на олимпиадах, на чемпионатах мира. И мы каждый раз болея, кто-то, кому посчастливилось, живьем на трибунах, кто-то дома перед телевизором, радуемся всем победам ваших воспитанников, уважаемые педагоги, вашим победам, уважаемые спортсмены. Но мы точно понимаем, благодаря спортивной отрасли нашей области, что долгая жизнь – это жизнь вместе со спортом. С праздником, уважаемые коллеги! Почетную грамоту Министерства спорта Российской Федерации за заслуги в сфере физической культуры и спорта Татьяна Дернова вручила главе регионального профильного ведомства Дмитрию Крикорьянцу. Тренер отделения легкой атлетики спортивной школы Олимпийского резерва Сергей Колмаков был удостоен почетной грамоты правительства Омской области. В рамках празднования Дня физкультурника состоялось награждение лауреатов спортивной премии «Доблесть» по итогам 2018 года. Дмитрий Крикорян, в свою очередь, отметил высокие заслуги тренеров, педагогов и инструкторов районных спортивных школ и вручил им почетные грамоты регионального Минспорта. Порой, не считаясь со временем личным, вы занимаетесь и делаете лучше нашу молодежь, выводите ее на орбиту большого спорта. И я хотел бы пожелать вам больших успехов, творческих, спортивных, ну а самое главное, конечно, жизненных, чтобы... Наверное, вот задача нас, как руководителей, создать вам как можно больше приемлемых, хороших условий для того, чтобы вы могли воплощать в жизнь ваши задумки. Потому что, на мой взгляд, тренер – это такой же художник, который из спортсмена делает произведение спортивного искусства. Также он поздравил ветеранов, которые всю свою жизнь посвятили сфере физкультуры и спорта. Глубокие слова уважения, признательности и за то, что вы сделали, и то, что вот на будущий год, 50-летний юбилей наших сельских спартакиад, ну, наверное, это вот апофеоз той деятельности, которую вы передали нам. Ну, я считаю, что и мы, и руководители региона в самые тяжелые годы не уронили эту
эстафетную палочку наших спортивно-культурных праздников. Это ваша заслуга, и примите, наверное, от всех от нас аплодисменты. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Вспомнили в этот день и те имена, из которых с советских времен складывалась славная история омского спорта. Собравшиеся в концертном зале стоя чествовали героев физической культуры. Ты знаешь, так хочется жить, как не напишут в газете, взять и все раздарить. В финале праздничного концерта действующие спортсмены Омской области продемонстрировали свою грацию, силу и ловкость. Все то, за что любят и уважают физическую культуру и спорт во всем мире. Россия, давай, Россия, вперед! Наши сердца с тобой.